улица Украинская, между домами 8 и 10. Впервые я здесь снимала этот репортаж 1 ноября. Настоящая свалка, такая огромная, прямо возле дороги. Затем я вернулась сюда 15 ноября. Мусора стало гораздо меньше. Нет, ну бардак, ну зачем? Ну убрать же надо его. Сегодня 27 число, я снова вернулась сюда, чтобы порадоваться и порадовать вас, и показать, что все, нет больше мусора. Все здесь чистенько и красиво. Почти спустя целый месяц между домами 8 и 10 по улице Украинской стало наконец-таки чисто. Ура! От Анастяшкина специально для программы «Вятка Тудей». Та-да-да! Та-да-да!